Конфеты, мандарины, угощения к столу и главный символ Нового года – бычок, сделанный руками детей. Рогатый деловито разместился в одном из праздничных наборов, а сегодня приехал в свой новый дом. Такие запоминающиеся подарки сегодня вручили ветеранам глава станицы Анапской, местные депутаты и активисты. Сейчас проводить концерты нельзя, но если зрители не идут на елку к Деду Морозу, Дед Мороз сам к ним придет. Этот новый год снегом обнимает. Одну из первых с Новым годом поздравили Клавдию Михайловну Виноградову. Ветеран Великой Отечественной войны принимала участие в сражениях за Полтаву, Кременчуг, Харьков, служила санитаркой в медсамбате и вынесла с поля боя более полусотни раненых солдат. Клавдия Михайловна, сладкоежка, особенно была рада угощениям. Кстати, поздравления ее ждут и 1 января, но уже с днем рождения. Мы вас поздравляем. С 96-го года. 96-й, я уже не помню. Не знаю, вообще 96-й, но 1 января придется поздравлять с юбилеем. 1 числа сразу помните, вам скажут. Подарки для ветеранов собирали несколько поколений. Угощение к новогоднему столу – вклад анапского отделения партии «Единая Россия» и депутатов Совета. Конечно, там именно то, что нужно сегодня для встречи Нового года. Это бутылка шампанского, как обычно, мандарины. Ну и все наши пожелания, чтобы было здоровье. Потому что сегодня, оказывается, это лучше, чем мандарины. А открытки и оригинальные игрушки – поздравления от маленьких анапчан, воспитанников детского сада «Лазурный». Вам доброго здоровья, большого человеческого счастья. В этот сложный период берегите себя, дорогие мои. Они очень мудрые, они очень многим делятся, дают, рассказывают свои необычайшие истории, особенно в военные годы. Они, может быть, воспринимают и радуются этому, как дети, потому что все-таки Новый год – это детство для нас, оно всегда ассоциируется, и он, Новый год был всегда, и он продолжается, и это замечательно. До конца декабря с наступающим Новым годом депутаты Совета поздравят всех участников Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, которые живут в Анапе. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.